Впервые встреча коллег по цеху в нашем районе проходила в Жаворонках. Поздравляя виновников торжества с праздником, Олег Демченко выразил искренние слова благодарности всем, кто собрался в театральном центре и кто не смог приехать. Наград в этот день разного достоинства всегда много. Церемонию награждения вела актриса театра «Крылья» Екатерина Фукс. Награждаем медалью за доблестный труд на благо Одинцовского муниципального района Московской области, за большой личный вклад в развитие информационно-библиотечной деятельности на территории Одинцовского муниципального района. Москвитину Ирину Анатольевну, информационно-методический центр Одинцовского муниципального района. Всем букеты цветов и общий подарок – грандиозный концерт государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко». Звучит песня из кинофильма «Вечный зов. Гляжу в озера синие». Музыка Леонида Афанасьева, легендарного летчика. Его творчество началось с музыки боя. Умирающего Леонида в морге нашел врач и приказал немедленно отнести бойца на операционный стол. Тогда и началось творчество популярного композитора. Три часа продолжалось чествование художественной элиты района. Почетными грамотами были отмечены многие директора культурно-досуговых центров, руководитель хора «Околица» Людмила Пилецкая, депутат районного совета депутатов Владимир Винницкий. Я знаю Владимира Львовича как искреннего человека, профессионального, замечательного юмориста. Вы же все его прекрасно, так же, как я, знаете. Все очень тонкое чувство юмора и искренность этого человека, прежде всего. И хотелось бы еще с этой сцены, учитывая то, что здесь находится весь цвет как бы нашей культуры Одинцовского муниципального района, вот поблагодарить главу Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова за то внимание, которое он с первых дней оказывает культуре. Я думаю, вы все заметили, какие у нас проходили знаковые события в волейбольном центре, где были артисты первой величины, наверное, такого никогда не было. И, конечно же, поблагодарить за тот прекрасный вечер балета, который устроили в Барвихе, где мне бы так было приятно, что работники культуры все сидели в первом ряду. Пожелания от всех глав поселений. Хочу сказать спасибо искренне всем работникам культуры, потому что труд ваш, на самом деле, приносит огромную пользу всем жителям. И труд ваш, он очень на виду. И от того, какие именно люди занимаются культурой на селе, от этого как бы отношение складывается к существующему порядку, к существующей власти. Этот неповторимый по-семейному теплый вечер подарил Вячеславу Мальцеву неожиданную встречу со своей ученицей через 20 лет. Как вот Дюма, 20 лет спустя. Она стоит передо мной такой же красивой и яркой, а я немножко уставшим, но свободным. Вот это чувство вам у нас осталось. Мы являемся продолжателями народного творчества, вводим молодежь в эту сферу. В общем, стараемся, работаем. Ож ты сад, ты мой сад, сад зелененький. Ты зачем рано цветешь, осыпаешься? Давай, еще больше трех не собираетесь. Браво, Лена! Да здравствует муза и разум, и творческий потенциал. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова».